Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного наезда на пешехода под Очитом в окрестностях деревни Подгорная. Около 6 пополудни по заснеженной дороге, ведущей из Очита Мисагутова, мчался компактный кроссовер. 58-летний пилот Hyundai Tucson спешил в Красноуфимск. Те же намерения были и у 35-летнего жителя райцентра, который во тьме полукромешной неожиданно шагнул на дорогу. Опытный пилот кроссовера, мужчина, который за 28 лет до трагедии получил водительские права, заметив человека посреди дороги, ударил по тормозам, крутанул баранку резко влево, надеясь объехать человека, но тщетно. По словам автомобилиста, в момент трагедии стрелка на спидометре его авто зависало на отметке около 70 км в час, хотя на такой заснеженно-скользкой трассе даже умеренная скорость при критических раскладах убийственна. Водитель 1965 года рождения, управляя автомашиной Hyundai, двигаясь со стороны поселка Очит в направлении города Красноуфимск, допустил наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством. В результате происшествия пешеход 1988 года рождения скончался до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП. Вероятно, нет необходимости уточнять, что погибший мужчина вышел на дорогу, не имея на одежде и обуви световозвращающих полосок, тех самых, что могли спасти ему жизнь.